Строительство является одной из наиболее активно развивающихся отраслей Республики Казахстан. С каждым годом в стране растут объемы строительства, в связи с чем необходима подготовка высококвалифицированных специалистов. В данном направлении качественное образование своим студентам предоставляет Тарасский государственный университет имени Мухаммеда Хайдара Дулати. В целях ознакомления с проводимыми работами в этой отрасли недавно назначенный на должность заместителя акима Жамбылской области Еркебулан Даулбаев встретился с будущими строителями и архитекторами. Как он отметил, большим достижением для нашей страны стало строительство новой столицы. За 20 лет Астана изменилась до неузнаваемости. Сейчас подготовка специалистов для строительной отрасли занимаются 18 вузов страны. И в последние годы резко увеличилось количество желающих поступить на данную специальность. Сфера строительства сейчас охвачена везде, во всех документах главы государства, в посланиях. Как вам известно, драйвером экономики нашей страны является сельское хозяйство, затем идет сфера строительства, и у вас есть все возможности применить полученные знания.